Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Ghost of Tsushima. Так, остановились мы на задании. Никак оно не закончится, задание это, не помню, как оно уже называется-то. В общем, это уже третья серия подряд я записываю, я уже устал, меня уже в конце концов жопа устала. Сидите, хочу его закончить, оно никак не кончается, блять. Ладно, пойдем, нам, короче, надо освободить здесь людей и захватить вон тот храм. Типа опорного пункта у нас будет или что-то типа вроде того. Тихо, 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 блять, откуда ты тут взялся-то, сучара? Какого хера, а? Почему скрытый от... Удар не появился. Кто там, блядь, кряхтит? Не кряхти. Так, вижу заложника. Вижу зало... А, вон лучника вижу, надо лучника убрать. Так, с той стороны есть вход, чтобы мне лучника со спины в аккурат? Сука, не вижу. Ну, чё-то есть вроде. Да ты баклан! Спрыгни, блядь! Но не полностью спрыгнет, а ты дебил, что ли? Да пошел нахуй, убивайте. Да давай, убивай уже. Еблан туп. О, еблан просто. Дебил, сука, я хотел на выступ спрыгнуть, он взял и уебался. Ну не дебил, что ли, ну баран. Ой, бля. Дубль 2. Я уже, серьезно, я уже устал сидеть, у меня уже внимательность все это пропало нахуй в жопу. Вот чё он там встал, ты не можешь, сука, на ту сторону уйти, тупой ты олень. Сука, с лука его убить попробовать. А, нет, не взрывную, это будет вообще не по стелсу. Это будет, блядь, вообще не по стелсу. Так, ладно, допустим. Так, допустим. Нет, она по одной при стелсе добавляется, эта полоска. Я думал больше. Но она всего по одной добавляется. Ладно. Что я сделал? Они заставляли нас работать до смерти. Вы свободны. Больше никого нет. Храм обороняет лучше. Так просто не войдешь. Посмотрим, что там. У озера их лучники. Нас сразу увидят и застрелят. Пусть сами к нам придут. Что? Выстрелю из сигнальной пушки, выманю их на лед. А там перебью по одному. Да он, взорвем бочку и туда, и все. Они оставили порох на льду. Нам это поможет. Будь начеку, я их выманю. Уж это они заметят. Ладно, запью. Сработало. Вышли на лёд. Наконец. Давай ближе.
Ближе. Ближе. Так, нормально. Неплохо. Даже ульту не использовал. Ладно, пусть будет пока. Обидно будет, если ее сольют, конечно. Я расстроюсь, как обычно. Нужно продумать нападение. Так, найдите замерзший водопад. А те что, тем наплевать, да, что я сигнал там подавал? Какие-то вообще невозмутимые. А, сука, надо было со щитом вон того убить. Ладно, я их заметил поздно. Так, сначала лучники. Не трогай, сука, заложников говно. Так, чё, а? Ебать, они какие-то крепкие тут. Так, допустим. Вот и все. Ты в безопасности. Мы думали, что так и умрем рабами. Тебя не тронут. Опа, подарки. Я обожаю подарки. Я обожаю подарки. Так, маска «Кошмарные сны». Ну, хрень. Базара нет. Ну хрень. Так, и чё? Может, закончим уже задание-то, а? Серьёзно. Монголов нет, стены прочны. Это хорошее место. Эй. Твой дядя выбрал свой путь. Дурацкий. Где гибнут люди. А я выбрал свой. Его люди. Ход, он понял тактику моего дяди. Знает, как сломить армию самураев. Но не знает, как защищаться от нас. Мы отомстим за Таку. За всех. Так, честь и пепел, все завершено. Все, хватит, отпусти. Отпусти меня. Отпусти меня куда-нибудь. Ой, нихера себе, аж две сразу хорош. Так, надо чем-нибудь улучшить. Что-то я хоть... А, я хотел улучшить... как она называется? Это бомба, вот это вот. Так, и что дальше? Можно... Ну, этим я особо не пользуюсь. Ну, кунай... Это, как их клинками я иногда бывает кидаю. Можно было бы, в принципе. А что еще есть? Да, в принципе, больше ничего и нет.
Ладно, давай. Так, здесь две надо. Ладно, копим. Так, все, вроде меня отпустили, я свободен. Ага, ништяк. Так, задание. Волки у ворот. Нет, давай, короче, мы в этой серии немного отойдем от сюжета, потому что в смысле. Пока я в изгнании, невозможно переместить. А в смысле, блядь? А, в смысле, закрыта зона, прикинь? Какого хера? Я думал, сейчас пройду хотя бы, ну, вот это вот задание там. А я не могу. Хрен. Меня сюда не пускают, я в изгнании понял. Охуеть, справедливо. Скоты, позор. Ладно, давай дальше сюжетку проходить. А, ну вот есть какое-то по мерке хана. Давай. О, доспехи командира. О, давай. Давай, а чё нет? Дин, сюда. Дин, нет, ты подожди. Мне бы броника не помешала бы. Так, оскал-хранитель. Ну-ка, покажи. Ну, давай, грузи. Ну, во-первых, она... Зеленая, во-вторых, она сломанная. Нахуя она мне нужна? Так, и чё? Тут есть броник, блядь. Мне надо броню улучшить. Да, где-то есть, только где? Где-то его надо найти. Где-то он тут есть. Пойдем искать броника. Мне надо улучшить броню. Срочно. Ребята, броника не видели? Вот, сука, жаль, что на карте его нельзя посмотреть. Вот бегай его, ищи сейчас, сука, здесь повсюду. Броника не видел? Не, ну тут нет, значит где-то там надо искать. Когда я улучшу этот костюм, у него будет плащ, и у меня со спины пропадет этот ебливый лук. Вот он, броник, нашел. Ай, стоять. Да, мы спасены. Позвольте починить вам доспехи, господин. Позволю. Так, доспехи клон... Нет, это не то. Ронин не то. Косаку не то. Призрак. Доспехи... Вот, доспехи призрака. Да-да-да, хорош. Крепче не найти. Тут что-то плащ какой-то прям шибко длинный, нет? Че он такой длинный-то, нахуя он такой длинный нужен? А, ну ладно, в принципе так, уменьшает количество убийств до двух, это хорошо. Ладно, это улучшаем. Так, мне не хватает припасов, серьезно. Так, ну ладно, пока пойдет. Неплохо, зато этот ебаный лук пропал, хорош. А этот меч-то на спине висит, он тупо для красоты висит, что ли? Нахуя он там висит-то, я понять не могу. Господин, помогите! Монголы заставили моего мастера изготовить доспехи для самого Хотунхана. Мало ему было захватить наш дом. Ему подавай работу наших мастеров. Завершив свой труд, мастер попытался бежать, а доспехи забрать с собой. Куда он их унес? Две детали брони он спрятал в крестьянских домах, далеко друг от друга. А остальные? Они у монголов. Значит, мастера все-таки догнали. Он отказался говорить, где спрятал недостающие части. Его казнили. Я найду эти доспехи и отомщу за смерть твоего мастера. Вы стали бы достойным хозяином этих доспехов. Да нафиг не надо, у меня есть мне, доспехи. И я буду счастлив подогнать их под вас. Их, походу, тут искать надо по всей карте, да? У меня бывали такие задания, что по всей карте надо пробежаться, чтобы нахуй что-то найти. Какие-то ключи я, что ли, собирал у крестьян, находил. Ну, покажи. Ну да, он, ты, ну ты дурак, что ли? Да иди ты нахуй. Ничего делать больше нечего. Да потом как-нибудь. Дин, сюда. Мы могли бы воспользоваться старой дорогой из Оми через форт Каминадаке. Но там монголы. Чтобы избавиться от них, тебе понадобится помощь. На горе Сага есть лагерь охотников. Их предводителя зовут Такэси. Он твой друг? Нет, но он сделает все, что я скажу. А его люди хорошо стреляют.
Встреться с ним, а я проникну в замок твоего дяди. Друзья найдут тебя в Уме. Веди их в атаку с юга. Мы с твоими друзьями-охотниками зайдем с севера. Думаешь, получится? Да. Береги себя, Юна. Ты тоже. Так, и куда... Ой, бля, давай-ка мы серьезно? Ой-ой-ой. А, ну я вот сюда могу тпхнуться, в принципе, все равно ближе. Да, давай хотя бы отсюда. Вот это меня обломали конкретно. Я думал, сейчас у меня откроется это свободный переход, и я свалю в предыдущую локацию и выполню там задания, которые у меня остались. Охрена лысого. Ой, блядь, бомжара, сука, она какая-то вообще пожеванная. Она сейчас умрет, нахуй, где-нибудь по пути. Можно где-нибудь самурайскую-то лошадь достать? Что это такое? А, вон, прыгает, как ебанутые. И она медленней. Ты дуралеешь, что ли? Идите в жопу. Так, что у нас? 600 метров. Вот это вот, когда в новую локацию прибываешь, это так все это долго, блядь, пока ты все эти зоны обойдешь, чтобы открылись нам быстрые перемещения. Это все, сука, так долго начинается. Вот это вот необычная локация, но она не то чтобы шибко какая-то красивая. Снег тупо и все. Тупо снег. Где-то прямо разнообразные были. Там поле цветов, там поле в болоте каких-то белых цветов, там лес с желтыми листьями падает, там с красными листьями. Все это прямо... Ух! О, там с кем... Пойдем поговорим. Он может нам какое-нибудь задание даст интересное. Так, ну из изгнания меня по-любому вычеркнут, потому что у меня еще остались задания за Масако и за остальных друзей. Господин, только когда это будет? Я слыхала, что люди взбираются на гору Дзюгаку, чтобы найти способ поджигать клинки, как это делают монголы. Горящий клинок. В такой холод он... А, вот оно задание. А, синее. Думают, что искать нужно на горе Дзюгаку. Последняя способность. Раз люди готовы замерзнуть на той горе, значит, песня вышла убедительной. Надо бы и мне послушать эту песню. Музыкант сидел у подножия горы, только вряд ли он задержится надолго. Он будет там сидеть, пока я туда не приду, не переживай. Так, ну мне вот за эти камни, на них, походу, надо залезть. Да, вон она. Так, кто? Располагайтесь у костра, господин. Ты Такеси? Вы меня знаете? Я Дзин Сакай. Я от Юны. Она жива? Где она? Монголы окружили Оми. Надо расчистить путь. Нужна помощь. Юна отправила меня к тебе. Это опасно. Я думал, ты опытный охотник. И что твоим лучникам нет здесь равных? Это Юна сказала? Она сказала, тебе не все равно. Ошиблась? Насчет меня? Нет.
Но моим людям надо бы дать причину для риска. Зима будет холодной. Где вам лучше? В горах, охотясь на белок? Или же в теплом форте? Ну, если пустят до весны, идет. Договорились. Это вам не на кабанов ходить. Посмотрите сами. О, а эти с мечами на спине ходят. Чего ты там крутишься-то? Ворота охраняют лучники. Весь день снуют патрули. Если мы проникнем внутрь с этой стороны, Юна и остальные ударят с юга. Там будет Юна? Хорошо. Форт выстроен на скалах. По ним можно забраться внутрь. Лагерь лесорубов. Они снабжают форт древесиной. Но как появились монголы, я никого там не видел. Вы хорошо лазаете? Нормально. Неплохо. Волки у ворот. Так, куда нам? Ага. Че-то вообще... Ну ладно, пойдем. Че-то я не понял. Ладно, пойдем. Зачем мы это делаем? Так, здесь так не прокатит. Еба, народ. Но я не ожидал, что он так полетит. Я думал, пока меня, блин, спрыгнуть. А он тупо отправился в полет, ебаный коршун, сука. А ладно. Ой, хорошо. Так, давай это, кляча, сюда иди. Не, птичка, отстань. Не сегодня. Ебать, она дохлая. Она сейчас реально умрет, блядь, я тебе говорю. Запнется где-нибудь и сдохнет. Да, блядь, ты рот, ты, сука, дырка тупая. Дебливый лучник, сука. Мышь дырявая. Че толстый, обделался? Ебать, неубиваемые, слышишь? Охуеть. Вообще неубиваемые. На помощь! Да не ори ты. Подожди. Не ожидала услышать о самурае, который травит врагов ядом. Господин Сакай, я в жизни не смогу вам отплатить. И не нужно. Лучше скажи, как тебя схватили? Я шла по дороге, искала, кто мне поможет. Но в темноте я плохо вижу. Вот так вышла на лагерь монголов и не заметила. Если они еще там, я с ними разберусь. Иди, ты свободна. Ой, так, куда нам идти-то, показывай. Кляча-то где?
О, еще 500 метров. Как это все долго. Да отстаньте вы, свиньи недоделанные. Да ты тупая, сука, кляча. Вот бесит она меня уже. Ну, хоть что-то. Если бы вообще не было, было бы тяжко. Да где он там, этот форт-то? Пора идти в лагерь к Такисе. Сверху смотрел, было совсем невысоко. Нереально, а чё этот меч-то на спине? Он в натуре, что ли, для красоты и всё? Чё, блядь, почему? Мы несколько часов сюда лезли. Просидим здесь ещё, монголы нас точно увидят. Отойди от края. Я быстро. Как же. Я быстро, только мне надо найти, откуда лезть-то начинать. А? Несколько часов они сюда лезли. С Пуюны интересные друзья. Спланируем атаку. Отсюда можно оглядеться. С холма лучникам будет открыт весь внутренний двор. И много мишеней. Направим туда основные силы. Заберемся на крышу. Это даст преимущество. Хм. Говорите, как Юна. Она хороший учитель. Хм. Вы идете со мной. Какая-то у вас интересная история там с Юной. Если меня увидят, стреляйте. Хорошо. Удачи. Надо от этих лучников избавиться. Так, неплохо. Сидите здесь пока. Блять, вот там, сука, ну как? Ну, угу. Четверо, блядь. Было бы трое, я бы их в аккурат сейчас убрал всех. А, сука. О, сука, вошли твари. Ну ты посмотри на них. Как так-то? Так, не, пойдем тогда вон оттуда, наверное, начнем. Я хотел их троих сейчас убрать, и у меня бы как раз эта хрень бы открылась. Призрачный этот удар, и все, и я бы начал их крошить. А все оказалось не так просто. Там, походу, капитан еще стоит, да? Ладно, значит так. Да ладно! Охуеть, ну это меня просто вымогает уже, блядь. Я вообще нахуй не понимаю, что происходит, блядь. У меня уж башка нахуй не работает. Ебать, что я хотел сделать? Так, допустим. Ты чё толстый?
Гандон, блядь, все мне запорол, сучара. Чтоб ты, сука, козлина, блядь. Ну как так-то? Я думал, они в шоке, я сейчас парочку еще так убью, как бы, ну, без использования этой хрени. А хрен там выслал, ни хрена не получилось, что я хотел. Куда ты, моя маленькая, собралась? Съебывается, сука. Кто у меня... А, это свои. Где еще-то? А, вон он наверх залез. Ушлый какой. Ой, ты свой, прости. А, так, домовушки неплохо, но их всего две, сука. Ладно. Можно вот этими бомбами попользоваться тоже маленько. Так, и чё? А, вернитесь к охотникам. Кто способен на такое зверство? Монголы. Видимо, лесорубы пытались сопротивляться. Перебьем всех в этом форте. Еще один патруль. Нападем на них из засады. Прячемся. Вы слышали? Вперед! Стрелять по моему сигналу. Пусть подойдут ближе. Стреляем! Убейте! Да чё? А, у меня не та стоит стойка. Я думаю, что за хрень? Шевелитесь, нам к мосту. Говорят, у господина Симура есть армия и самураи сёгуна. Почему вы не командуете? Господин Симура сражается с монголами по-своему, а я иначе. Вы сами по себе и не вправе... Че не вправе? Это возле южной... А чё ты заткнулся? Там мне же интересно было. Сюда. Юна! Это она? Нам нужно туда. Посмотрим на мост. Монголы отправили туда большую часть войска. Это наш шанс. Если идти по мосту, надо быстро убрать хвачку. Вы сможете пробраться под мостом? Застать стрелка врасплох? Да, могу. Могу уцепиться крюком за дерево и перепрыгнуть. Влезть на утес с другой стороны. Если вас увидят, мы начнем стрелять. По мосту, под мостом, в любом случае это опасно. Сделаем, как скажете, господин Сакай. Пусть твои будут готовы. Зачем по мосту, когда можно обойти? Я же не дебил. Как дядя Сакай, блядь. Ой, дядя Симура. Чего? Ну
Ну, кто смелый, блядь? Ну, не хочешь, как хочешь. Жирный пришел сюда, чтобы обосраться, нахуй. Серьезно. Дурак, сука. Идет подкрепление! Все? Все? Нет, где-то чуханка там болтает. Поможем тем, кто у ворот. А, нет, подожди. Да давай ты быстрее. Наугад. Не, не дотягиваюсь. Ладно, пойдем. Вон они. С ними люди из Ярикавы. Я все понял. Вы призрак, но вы должны быть великаном. Не отвлекайся. Только сейчас дошло. Великаном, говорит, должен быть. Будь осторожен, Кензи. Да пытаюсь, отойдите. Надо было ждать, пока мы откроем ворота. Это Масака придумала. Сколько осталось монголов? Только те, что здесь. Ну так убьем их. О, а Масака за меня, да? Не останавливайся. Это было рискованно. Порт в наших руках, господин. Ну, все целы. Я жив-здоров. Более или менее. Рад вас видеть, господин Сакай. Здесь наверху всегда так холодно. Ты привыкнешь. Возьми необходимые припасы и готовься ехать в Дзюгаку. Так, ты Такеси? Это прошлая жизнь. Его люди не просто охотники, верно? Это как посмотреть. Я позволил им остаться охранять дорогу. Но я не хочу, чтобы разбойники донимали людей, бегущих от монголов. Не будут, он знает, что я с ним сделаю. Мне кажется, он хотел тебя увидеть. Ну, увидел. А теперь пойдем. Соберем всех в Дзюгаку. Продумаем последний удар. Хану пора умереть. Уйди от меня, чудовище, блядь. Чудовище, ты потрепал. Выйди нахуй. Такой, выйди нахуй. Блядь, вокруг нее уже мухи летают. Фу, блядь. Сука. Так, легенда крепнет. Яростный шторм. О, еще шарик дали, отлично. Ага. Так, что за оберег? Враги, пораженные бомбами, ну, неинтересно. А что-то у меня дальше-то не открылось, это что, типа, последний? А, нет, не, вон, не, все правильно. Не, все правильно, нормально. Нормально. Так, что у нас? А, ну вот, у нас все, друзья наши. А, все, я уже не в изгнании, серьезно. Ладно, нормально. Нормально. Что-то я хотел. Ну да, все, я теперь могу перемещаться здесь снова, а то меня что-то не пускали. Ну, хера ли я не в изгнании, я что-то не понял, конечно.
Вроде меня еще не простили, только друзья мои пришли. Ладно, не это не важно. Хорошо, что это все открылось. Костюмчик я получил, какой хотел. Лошадь беспонтовая. Хочу другую, хочу самурайскую нормальную лошадь. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. Ну,